Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Сегодня мне пришел заказик с сайта Faberlic. Ну или компания Faberlic, да, наверное, компания Faberlic или Faberlic. И я хочу с вами поделиться, что же я заказала. Есть то, что я часто заказываю, а есть, что впервые заказала. И очень рада, я очень охотилась, потому что мы как бы живем в периферии, и у нас не все есть то, что должно быть в Faberlic'е, к сожалению. Вот. Ну, давайте для начала покажу. Взяла попробовать взяла пасту с томатами и овощами с бамбуковой клетчаткой. 100% натурально, высокое содержание, бета-каротина, селена, пищевых волокон. 3 порции. Время приготовления 25 минут. Ну, вдруг когда-нибудь, то надо быстренько. И я хочу попробовать. И она была по большой. Она... паста с томатами и овощами была с большой скидкой, 169 рублей, еще отнять 20%, если вы подпишетесь, ссылочка будет внизу, то вы еще на 20% будете дешевле покупать, так что подписанными быть выгодно, если кто хочет для себя, ссылочка будет внизу для регистрации. Слушайте, не пробовала, новинка для меня, попробую. И потом скажу, сюда положу, чтобы складывать. Хорошо? Так, дальше, мои дорогие. Была у сына, вот с Димкой сидела. И они там, а у них машина кофе. Что-то разговаривали с сыном, сын говорит, а чтобы почистить ее, говорит, за 1000 покупаю, говорит, чтобы почистить. Не знаю, не брала. Я говорю, слушай, у нас в Faberlic'е есть средство, которое Faberlic'ом, косметика. В общем, концентрированное средство от накипи для чайников и кофемашин. Ну, для чайников, я не думаю, что... Для чайников ложку лимонной кислоты кинул, закипятил, вылил воду, и вам счастье. Ну, может, это просто от ржавчины. А у кого вот этот белый, как его, налет, вот не знаю, помогает или нет. Может, вот как раз для белого налета это. В общем, взяла для сына. Для сына пусть попробуют. Дальше, мои дорогие. Взяла, всегда мучаюсь. Я окрашивание произвожу дома. Вот мой 354 спелая вишня, по-моему, тоже берут. А это средство для удаления краски с кожи после окрашивания. Иногда где-нибудь капнет, так жить надо это потереть. В общем, иногда надо. Так что приобрела. Кстати, я не говорю, какие номера. Вот здесь, кстати, номер 30259. А здесь номер 16017. Так, средство для удаления краски с кожи 18-12. Да. Ну, пахнет, наверное, что я так думаю, перекисью, не? Не. Слушайте, вкусно. Нос у меня заработал. Вау, у меня нос заработал. Я ничего не слышала, а тут... Фух. Слава Богу, значит, выздоравливаем. Выздоравливаем, мои дорогие. Заболела в этот раз. И ухо заболело, и горло, и все на свете. Так, мои дорогие. Опять-таки, кто меня давно смотрит, знает, я очень часто покупаю дезодоранты, потому что, ну, дезодоранты, они как пирожки идут, что я-то покупаю себе отдельно. Ну, хотя в Faberlic'е тоже беру, которые шариковые. Вот. А так у меня этот кристалл. На мокрое тело помазался, и счастья нет предела. Вот. Беру мужу. Мужу нравится, он говорит, не вижу разницы никакой. Вот. Дальше, мои дорогие. В этот раз взяла, ну, потому что, как вы мне видите, прическа на одну сторону, ей нужно как-то фиксировать, как-то укладывать. Все равно, вот волосы короткие, за ними уход нужен. И я взяла в этот раз текстирующий спрей для укладки волос. Оптимальное средство для создания укладки любой сложности, идеально для создания локонов. Не локонов нету. Ну, чем черт не шутит? А вдруг будет, да? Так. Ничем вообще не пахнет. Вообще не пахнет. Не пойму, что. А где тут дырочка? А, господи. Вот. В общем, взяла, попробую, буду укладывать. А, номер 2705. Это
текстирующий спрей для укладки волос. Здесь его 100 мл. Так, мои дорогие, как обычно, к бабке не ходите. Мои мыло, два любимых. Кофе и орхидеи. Ну, это не орхидейка, это хотя бархатная орхидея. В общем, цветочный запах. Я говорю, я всегда оды пою этому мылу. Я не знаю, какие умные люди изобрели это мыло. Это против запаха. Не только для рук против запаха. Я уже миллион раз говорила, что если там чеснок почистили, или там селедку почистили, помыли ручки, и будет вам счастье. В холодильнике, если запах там где-то вытянет. В пластиковом контейнере запах там. Где-то в ящике. Счастья нет предела. Ложку кинули в машинку, прокрутили. Тоже классно, классно. Так, поэтому, если кто ни разу не пробовал это крем-мыло, попробуйте. У кофе с молоком 30-211, а это 300-210. Классное мыло, обалденное. Так, еще я взяла вот для рук. Мне нравятся такие вот крема. Даже не стыдно подарить, да? Это, ой, крема, господи, это крем-мыло для рук, восстанавливающее райские моменты. Но оно с медом и молочными протеинами. Оно пахнет медом. Ой, прям вообще, крем у них еще есть такой. Тоже крем в большой баночке и тоже пахнет вкусно для тела. Надо как-то, вот, я обычно на зиму его беру. Вот, и это, люблю, когда пахнет. Я не знаю, когда... Мыло у меня много даже сейчас начатого жидкого, потому что как бы оно надоедает. Еще когда покупаешь большую бадью, вот хочется менять. А это маленькое закончилось, другое. В общем, мне больше нравится, когда маленькое. Дальше, мои дорогие, взяла опять я вот такой парфюмированный гель для душа. Обожаю парфюмированный гель для душа. Пион, что ли? Ну такое, ничего. Люблю я все эти гели. Обожаю, они парфюмированные и приятно. Но я хочу сказать, это не значит, что вы вышли и утром проснулись, еще с вас пахнет. Вы помылись, выходите, ну, может, еще так. Вы сами не будете ощущать, но кто рядом с вами, они парфюмированы, они действительно парфюмированные. Номер 87-851. Так, дальше, мои дорогие. Ой, конечно же, очень мне нравится универсальный спрей-пятновыводитель. Очень. Это точечный. Это точечный где-то, даже если не точечный, вы знаете, кто носит мужчины белые рубашки. Побрызгали на воротничок и на манжеты. Пусть он, и сразу в стирку. Оно даже будет еще. Дети у кого белые рубашечки детки носят, да, там, хотела сказать, кто девочки фартуки белые носит. Вспомнила бабка, когда девкой была. Я сегодня вообще тоже к врачу ходила, там у меня с ухом. И она мне говорит, вам надо еще, знаете, что говорит, взять морковочку и грызть морковочку, жевать, и чтобы там пробок не... Я думаю, 21 век, какие морковки, блин. Вот, так что это для белых рубашек вообще не заменено, вообще для белого, и вообще пятна выводит. Попробуйте хотя бы один раз. Дальше я хочу сказать, беру всегда, особенно в зимний период, беру две. Но вот эти у меня не были. Это акваспрей антистатик для одежды и ткани. У меня был какой-то другой. Или этот, нет, по-моему, или картинку они поменяли. Но беру. И вот мне нравится водный. Пахнет он вкусно, представляете, я обычно вот если кровать застилаю, что? Угу, такой вот свежестью. Вот единственное, что мне не нравятся вот эти распылители, тяжело. Ну хотя там пык-пык два раза, это ж не гладить вам, когда ты тык-тык-тык. Можно и эти оставлять. Это, эти, опять же, антистатик. Поэтому присмотритесь, я взяла аж две штуки, как обычно. Я всегда беру все подряд, потому что это незаменимая вещь. Еще кто меня недавно смотрел, я оды пела вот этому средству. Беру когда по акции. Водный спрей для разглаживания белья. Это чудо-средство. Я не знаю, кто изобрел его. Наверное, всю жизнь мучились с Лашкой и
изобрели вот это чудо. Или мамы у них мучились, или кто. Ну, в общем, чудо, чудное. Вот писали бы еще, это средство изобрел такой-то технолог. Чтобы хотя бы ему говорить спасибо. Или хотя бы там смотреть на технолога и говорить, ты что изобрел? Как я про полы свои вечно говорю. Кто изобрел вот этот полы? Кто? Что я плачу и рыдаю. Или как это, про тряпку половую с Фаберлика. Ну кто же этот гений? Кто гений этот? Кто изобрел это чудо тряпку? Это вообще золотые люди, это золотые руки, это вообще голова классная. Поэтому про этот водный спрей. Я говорю, даже, понимаете, побрызгал, и как вот у меня было на этом, в Турции. Я побрызгала так, руками разложила, повешала на вешалочку. Как покопаешься в душе, там же пар, все такое. Оно прям, это, даже и в душ не ложить. Вот побрызгала, так руками разглаживаешь, оно разглаживает складки. Ну не такое, что, знаете, как у вас была ткань такая, откуда-то выняли вы и хотите из нее сделать это, помидорку. Не получится. Но средство классное. И я, оно у меня никогда не заканчивается, но... Сейчас. Единственное, хочу сказать, в этот раз привезла, уже ж на даче не надо будет разглаживать. Смотрите, вот они у меня, видите, вот с такими, ну просто. А у меня вот один с дачи привезла, один здесь. Это водный спрей для разглаживания. Я меняю вот эти вот распылители, это у меня с освежителя. Но еще такие распылители появились в ленте. И теперь у меня, я люблю, вот они хорошо распыляют все. Теперь на дачу брала... Ну, там же редко, так почти целое, а здесь уже заканчивается. Беру не первый раз. Это чудо-средство, чудо. Единственное, что им нужно распылители вот здесь такие делать. Потому что если не такой распылитель, очень тяжело брызгать. И... Так что задумайтесь. Еще хочу сказать, есть у меня девочка, очень прекрасная девочка, очень. Мы дружим... Домами, квартирами, как, не знаю, Светочка Маркела. Светочка Маркела, привет, моя дорогая. Она блогер, у нее есть канал, канал так и называется, Светлана Маркелова. Обожулечки ее. Это настолько такая интеллигентная девушка, вот знаете, ну, знаете, она вот... Мне очень нравятся такие, знаете, спокойные такие вот люди по делу, чего я не могу сказать про себя. Но понимаете... Каждый, вот пять пальцев разные, и мы, люди, человеки разные, но она мне нравится. Вот, и я когда выпустила видео, говорю, девочки, говорю, не знаю, подскажите, чем вы моете или вытираете экраны телевизоров там. Это. А она мне пишет, мы с ней переписываемся в WhatsApp, она мне пишет, Эл, говорит, в Фаберлике есть влажные салфетки для экранов монитора. Я говорю, Свет, собрала, что-то мне не понравились. Она говорит, я не знаю. Я говорю, там какие-то разводы, какие-то что-то. Она говорит, ну, вытер, да, потом тряпочка мягенькая. И вообще всегда блестит, мне очень понравилось. Поэтому я знаю, что Светлана мне никогда плохого не посоветует. Да, второй шанс, попробую. Попробую вот эти салфетки. Девочки, кто может пробовал, и может вам понравились, или вам не понравились, какие у вас впечатления. И кто, как моет экраны, ну как не моет там. Моющим пылесосом, там, знаете, с пеной, с порошком. Нет. Ну, как вы вытираете экран у телевизора, там, всего. Взяла номер 11-249. Попробую. А вдруг понравится. Так что потом с вами поделюсь. Так, мои дорогие, конечно же, беру на всякий случай. У меня ковров нету, такое счастье. Боже, это такое счастье. Что нет ковров, у нас еще отопление не включили. Во всем городе есть отопление. А может, у меня выключены батареи? Иван Иванович! Фух, нет, включены. А то я думаю, Иван Иванович, летом же отключала. Так, но это концентрированный шампунь для очищения ковров, обивок, для всего, слушайте, тапочки. Замачиваешь хорошо, если сумки какие-то тряпочные, обивка здесь. Я один раз только, вот хочу сказать за эти стулья, мне кто-то спрашивал, девочка, как тебе стулья такие с обивкой из ткани на кухне, прекрасные. Вот это вот, я не знаю, это чудо какая-то обивка, но она и называлась как-то антивандальная, что ли. Единственное, что один раз компот перевернули, я сразу давай это отмывать,
Ну, отмылась, и ни пятен, ничего нету. Не знаю, от этого ли это совпало. Но я часто девочек смотрю, они очень хвалят, и думаю, хай буде. Хай буде, хай буде. Поэтому взяла, это концентрированный шампунь для очищения ковров и обивок. Вот, кстати, мне надо этот ковер, диван почистить. Номер 30251. Так что, кто, у кого есть там ковры или мягкую мебель надо почистить, обратите внимание. Обратите внимание на это понимание. Так, мои дорогие. Конечно же, появилась... Он, наверное, был, я не обращала внимания. Я просто смотрела канал чей-то. Татьяны, по-моему. Татьяна, канал казачки. И она там говорила, что появились бальзам-растирка с пчелиным ядом и универсальный крем с аргинином. Аргинин это восстанавливает, получает защитную реакцию кожи. Я не тут взяла, что ли? Там три их. Вот. А это бальзам-растирка с пчелиным ядом. С пчелиным ядом я беру всегда очень классно. У меня есть средство, крем. У меня же спина. Когда у меня спина или шея болит, я растираюсь. Мне очень нравится все, что идет с пчелиным ядом. С пчелиным ядом, вот кажется, вот лучше, чем пчелиный яд, ничего не поможет. Иногда вот застрянет там где-то, скрипанет там это, ну, возраста 21 с плюсом, шея. Вот мне надо, приходится растирать. Кто-то у меня спросил, Элла, как массажер, который я взяла. Девочки, классно, но у меня недавно вот шея болела, поэтому я прекратила делать пока. Не знаю, то ли я навредила этим массажерам, то ли она у меня сама скрипанула, болела вот шея. Поэтому как пройдет воспалительный процесс, еще начну делать. И потом посмотрим, если опять заболит, значит это от массажа. От массажера. Так, в общем, способ применения легкими массирующими движениями. Наносите небольшое количество бальзама на проблемную область по мере необходимости. Так что запомните, это с пчелиным ядом 12,80, а этот содержит так, улучшает реакцию кожи. Ну, я вообще брала против, знаете, когда кости болят, там что, экстракт имбиря, плодов каштана, тоника, листьев подорожника, который восстанавливает и улучшает защитную реакцию кожи. Я, наверное, не на тот нажала, потому что там же был еще другой. Сейчас скажу, какой. А, нет, я не ошиблась. Вот почему я это. Ну, в общем, для тех, кто занимается спортом, здесь это восстанавливает кожу, улучшает ее барьерную функцию, эффективен при ушибах, растяжениях, укусах насекомых и синяках. Я живу на даче, бывает, там где-то трахнусь. Русское слово, синоним, антоним. Ударюсь, бывает же где-то, и у меня синяк появляется. И вот я думала это. Кстати, вот у меня, я на горло прыскала этот. Болело у меня горло. Дыши с эвкалиптом, все такое брызгает, чтобы никого из близких не заразить и все. У меня здесь то ли ожог получился, то ли что, вот надо помазать. Вот. Да, так что я не ошиблась. Универсальный крем с аргинином. Вот. Поэтому, девочки, попробуем оценить. Потому что тот, который я покупаю за 500 рублей с пчелиным, и там 40, по-моему, грамм, а здесь сколько? Так. А здесь, давайте посмотрим, сколько же грамм? 75 грамм, да, вот оно такое. Запечатано должно быть, наверное. Да, оно запечатано, поэтому нюхать не будем. Срок годности у них должен быть, ну, нормальный. Здесь формула с пчелиным ядом, экстрактом шалфея, эфирными маслами чайного дерева и мятой полевой. Вот так что. Дальше, мои дорогие, ну, кто давно меня смотрит, знает, что я же королева тряпочек. И я не могла обратить внимание на появившуюся новую тряпочку. Это новая тряпочка, салфетка для очистки оптики.
эффективно очищает оптику, а также чувствительную поверхность дисплеев, мониторов, телевизоров, экранов. Вот я и почему думаю. Думаю, протереть сначала вот этой влажной, а сверху вот этой. И будет классно ли протирать телевизор? Я с вами поделюсь. Так что, мои дорогие, поделить это... Может, кто-то уже пользовался? Напишите. Сейчас мы ее пощупаем. Это новинка. Слушайте, я думала, это на пленке, а это прям на это. Вот зачем вытирать? Зачем вытирать телевизор и здесь что-то писать? Ну, наверное, этой стороной. Чтобы люди не путались, что вот этой стороной, наверное, не надо вытирать, а надо вот этой. Ну, с одной стороны, вот. Чтобы не царапать очки, телевизор, вот этой стороной нельзя вытирать, потому что оно напечатанное. Так что только вот этой. Но зачем? Не понимаю прикола. Зачем? Здесь написано видимо, невидимо, видимо, невидимо. Faberlic Home. Она маленькая, сколько? Наверное, 20 на 20 размер. Так что еще, мои дорогие, ну, сказать, почти новинка. Но гонялась я за ней. Мне кажется. Вечность, мои дорогие. Это вот такой контейнер. Жалко, что он такой зелененький. Ну что? Знаете, порой она идет с крышечкой. Даже можно брать, вот на дачу вы едете, пирог спекли дома, раз положили в холодильник, утром вот так положили, закрыли. Сейчас. Так. Закрыли его. Вот здесь есть такая ручечка. И поставили в это. В холодильник для переноски очень хорошо. Вот, такой плотненький. Можно, как я, вот блины жарю, если у меня остается в холодильник. Ну, это большой для блинов, конечно. Ну, я блины жарю. И это, можно блин нажарить и морозиловку. Можно много для чего. Иногда вот такой плоский, он сколько сантиметров, наверное, 10 в высоту. Может, 8. Вот. Я очень хотела себе такой контейнер. Вот, Faberlic Home. И в холодильнике он будет мало места занимать. Да? Так что присмотритесь. Еще, мои дорогие. Если вы подписаны, хорошо. Если не подписаны, ссылочку я оставлю внизу. И если вы закажете на 2500 рублей, то оплатите 1000 рублей. Почему? Первое, вы оформите первый заказ от 2500 рублей в ценах каталога. От 2500 рублей это в ценах каталога. Это очень выгодно. Потому что вы по каталожному на 2500, а это если без каталога, то на 2000 будет. Получите скидку 20% и подарок 1000 рублей. Да, так что оплатите вместо 2500 всего 1000, скидка 20%. И ваш подарок 1000 рублей применяется автоматически. Бонус. При заказе от 3000 рублей в ценах каталога получите в подарок кит продаж концентрированный стиральный порошок вместе с заказом от 1000 рублей по следующему каталогу. Вот, если вы закажете на 3000 рублей, то будет вам бонусом еще порошок. Стиральный порошок, стиральный у них хороший. Вот ничего не могу сказать. Но это вот именно вот этот синий, универсальный, горный или альпийский. Вот этот мне нравится очень. Так что, мои дорогие, если кто вдруг желает подписаться, ссылочка будет внизу, мои дорогие. Подписывайтесь, и мы будем вместе с вами в одной команде. Так, потом попробую свою супер тряпочку. И поделюсь с вами. Ладно, мои дорогие, вот такой у меня был заказ. Если вам понравился, ставьте пальчики вверх. Кому не понравился, вы меня извините. Всего хорошего, мои дорогие.